Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TCL Tab 10 Max. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш данного устройства. Для начала мы отключаем планшет. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в такое вот меню. И теперь с помощью кнопочек громкости мы передвигаемся в нем. А делаем выбор при помощи кнопочки питания. Нам нужно выбрать опцию Wipe Cache Partition. Выбираем. Нажимаем «Да». И теперь нажимаем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.